вратарь сборной Венгрии. Не знаешь, где купить наклейки и карточки? Тогда тебе сюда. Лига чемпионов, РФПЛ, Евро и другие коллекции в интернет-магазине CardPlace. Рекомендую. Ссылка в описании. Всем привет! Сегодня 6-й выпуск, а это значит, что сегодня будет распаковано 30 из 50 пакетиков. Больше половины блока будет распечатано. В прошлом выпуске выпала одна блестяшка. Надеюсь, что в этом выпуске что-нибудь тоже получится словить. Приступаем. Опять будем без таблички сегодня. Как и прошлое видео, я записываю в один день. Бастиан Швайнштайгер выпал, сборная Германии. В прошлом выпуске тоже выпадал Рикардо Родригес из Швейцарии, и в этот раз тоже. Первая двойная наклейка сегодня – это игроки сборной Чехии. Хачириди, Украина. Уже очень много раз он падал. И Олег Кузьмин, игрок сборной России. Да, этот блок, в нем, точнее, очень много выпадает и довольно часто игроки сборной России. Две эмблемки уже есть сборной из блока. И даже несколько повторок игроков. Дракслер, сборная Германии. Еще одна повторка, в прошлом ролике он тоже падал, это Джака, сборная Швейцарии. Робби Кин, Ирландия. И две двойные наклейки, это Коэнтрау и Маутиньо, Португалия. И компания Ломбертс, такая уже есть. Такие два пакетика. Еще двойная наклейка. И еще, смотрите, двойные наклейки, тут даже две из этого пакетика. Ирландцы. И итальянцы. Еще две наклеечки. Ланг или Ленг, Швейцария. Бьярнессон, Исландия. Повторка. И вратарь сборной Англии Джо Харт. Его еще нету. Прикольная фотка у него. Ура! Еще половинка кубка. Сейчас посмотрю номер. Это 6-й, а повторка, по-моему. Жалко, что не 5-й. Но все же это блестяшка, это уже хорошо. Значит, это видео удалось. Албанцы, два игрочка. Гёнул. Турция. Исландия. Гуд Джонсон, по-моему, так читается его фамилия, его еще не было. И Баша. Баша был. Ну и заключительный пакетик сегодня с оставшимися 5 пакетиками. Ой, 5 наклейками, пакетиками. И там блестяшка. Значит, этот выпуск вообще удался. Если 2 блестяшки выпало из одного пак-опенинга. Кирали, вратарь сборной Венгрии. Двойная наклейка Чехии. Дочка Лыросицкий, а там был кто? Там другая, я точно помню, да, вот. 4 игрока, можно сказать, выпали. Разные. Арнессон, Исландия. Сергей Игнашевич, сборная России. И заключительный новый стикер, это Испания. Классный стикер. И вот код. 345 номер наклеечки. Такой получился пак опенинг. В принципе, довольно удачный. В этом пак опенинге нам выпало двойных наклеек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук. Целых 7 штук и 2 блестящие наклейки. Это мега удачно, в принципе. Тут, наверное, повторок все равно много будет. К сожалению, пока я даже список не могу отредактировать. Не знаю, что из этого повторки, что из этого новые.
наклейки, не буду их пока смешивать со всеми остальными. Ну и, наверное, следующие пак опенинги будут выходить после распаковки и обзора на журнал в твердой обложке. А возможно, я сделаю следующий пак опенинг и просто в нем покажу журнал и это письмо с журналом в твердой обложке. Ну и тогда уже буду клеить все эти наклеечки, смотреть наглядно, что мне осталось и что еще нужно. Все-таки я подождал, и наконец мне удалось приобрести альбомчик этот. Конечно, довольно дорого, но я посчитал, если заказывать с Европы, получится примерно то же самое. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, и всем пока!